Здравствуйте. Сегодня у версификатора новости от региональных до космических. Начнем с региональных. Новость первая. Как покончить с беспределом в Омск-Электро? О ситуации в ОАО «Омск-Электро» мы говорили много. То, что там творилось, да и творится, не поддается логическому осмыслению. А вот нелогическому, на уровне метафор, поддается. В принципе, вполне жизнеспособное предприятие сначала доводят до полумертвого состояния, а потом начинают этот полутруп рвать. И что самое неприятное, областная власть не может по закону вмешаться в ситуацию. Но, похоже, способ влиять на ситуацию у областной власти все же нашелся. Региональное правительство требует долю в ОАО «Омск-Электро» в обмен на поручительство по кредиту для погашения долгов электросетевой компании. В планах войти в состав акционеров «Омск-Электро», внеся в уставной капитал линию электропередач «Фрунзенская-Прибрежная». Тут в чем главная фишка? Основной кредитор «Омск-Электро» МРСК «Сибири» грозится запустить процедуру банкротства нашего единственного поставщика электроэнергии. Ситуация такова. Мэрия же не допустила продажи предприятия с молотка. Теперь у «Омск-Электро» есть 30 дней на поиск 600 миллионов рублей. Взять их негде, только в банке. И мэрия обратилась к правительству Омской области с просьбой выступить поручителем по этому кредиту. Вот и получается, что область готова поддержать нашего единственного поставщика электроэнергии для нас с вами, став фактически его совладельцем. Это правильно. Это дарит хотя пусть и смутную, но надежду, что на «Омск-Электро» появится хоть какой-то порядок. Теперь новость вторая. У области тоже денег мало. Раз денег мало, надо экономить. А на чем в России можно экономить? Не знаете, а я скажу. На чиновниках. Вот к экономии на сельских чиновниках и привело принятие программы развития сельского хозяйства Омской области. От глав сельских районов Омской области потребуют сокращения расходов на содержание чиновничьего аппарата. А дело было так. Кабинет министров во главе с губернатором Виктором Назаровым рассмотрел проект государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области до 2020 года». Ежу понятно, что докладчиком на этом заседании облправительства был министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Эрлих. Эрлих доложил, а губернатор Назаров его доклад раскритиковал. Цитирую. «Такое ощущение, что сельхозуправление занимается только сбором статистической информации. Из доклада я не услышал, как они планируют привлекать частных инвесторов в развитие инфраструктуры села. Вкладывать в сельское хозяйство нужно, но нужно и думать о тех, кто будет работать на селе», – сказал Эрлиху Назаров. Это правильно. Зачем на омском полунищем селе держать своры чиновников-статистов? Они ведь, нисколько не сомневаюсь, запросто сожрут деньги, выделяемые на реализацию программы. А это приличная сумма. Общие расходы областного бюджета на реализацию этой государственной программы составят 11,4 миллиарда рублей. Там таки есть что взять. Для того, чтобы эти миллиарды действительно дошли до тех, кто производит для нас хлеб, молоко, мясо, нужно резко сократить число бюрократических едоков. Тех, кто перекладывает бумажки вот в районных сельхозуправлениях и получает, даже не воруя, приличную зарплату. Тем более, что ко всем бедам омского села прибавилась еще и межгалактическая угроза.
Помните, у Герберта Уэллса в «Войне миров» тоже все начиналось с падения на Землю таинственных шаров. Вот потом воронок, пламени, яркого света. Все в точности по этому сценарию случилось на сельскохозяйственном поле у села Приветное Омского района. Космическая атака зафиксирована вчера, около 8 часов вечера. Объект, природу которого установить пока не удалось, врезался в поле под Омском у села Приветное. На месте образовалась воронка и разгорелся пожар. Причем пламя было серебристого цвета. По свидетельствам очевидцев, температура горения была настолько высока, что прибывшие на место пожарные долгое время не могли погасить пламя. Вот как очевидцы описывают события. Прямо с неба упал недалеко от села. Все остановились по обочинам посмотреть, что это. То ли осколок ракеты, то ли еще что-то. Свет от этой штуки, ну, просто ослепительный. На место приехали пожарные. Пытаются затушить, разобраться, что это. Диаметр воронки примерно 6 метров. Пожарники вылили туда всю пену, но это не помогает. Наш главный омский астроном Владимир Крупко по видеокадрам затруднился определить природу объекта. Пожарники космическую версию происшествия не подтвердили, но и не опровергли. Выезд был, это пожарники говорят, выезд был на тушение мусора, площадь возгорания 100 квадратных метров. Что там конкретно было, не разбирались, учитывая причину выезда. Так что в этом происшествии только одно отличие от Герберта Уэллса. У него марсиане падали на благодатные поля и богатые города Англии. А вот в России инопланетяне приземляются исключительно в куче мусора. Может, в нашей стране им просто больше некуда приземляться? Ну, порассуждайте сами. Увидимся в конце недели. Не хворайте.